Здравствуйте, королевцы, здравствуйте, земляки. Это Акуловский водоканал и велопешеходная дорожка. И, наконец-то, появилась информация, достойная коротких минутных новостей. Теперь вы не упадете вместе с этими падучими лавочками. Неизвестно, сколько отдыхающих испытало чувство свободного падения на вот этих вот лавочках, но падали они регулярно. А все потому, что дизайнеры не интересуются законами физики и сделали очень неудачную конструкцию. Лавочки падали и падали в течение всего года. Падали, а их ставили на место. И вот произошло чудо. Лавочки модернизированы, и больше не нужно бояться расшибить себе голову. Да, они теперь стали и антивандальные. Свернуть такое место отдыха будет очень непросто. Ну что же, Королёв становится все лучше и лучше.